Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами канал «Аналитика». Я Борис Марцинкевич. Да, очень неожиданное место. Так уж исторически сложилось, что постоянной студии в Москве у нас нет. Мы попросились, и нам любезно ответили согласием. Находимся мы с вами в павильоне «Атом» на ВДНХ. Выставка закончилась, павильон никуда не делся, он продолжает работать. Продолжаются экскурсии. Все, кто не знаком с атомной энергетикой, заходите, заглядывайте. Экскурсии проходят, вам все расскажут. И сегодня у нас встреча с руководителем Ассоциации малой энергетики России Максимом Александровичем Загорновым. Максим Александрович, добрый день. Добрый день, привет, Стас. Максим Александрович, ваша ассоциация в этом году уже 14 лет. Для наших непростых времен это такой серьезный срок. В следующем году уже юбилей. Вы уже почти совершеннолетние. А как возникла сама идея создания такой ассоциации? Вот вы, ваши коллеги, что вас сподвигло собраться вместе? Какие цели вы тогда 14 лет тому назад перед собой ставили? Что планировали? В чем идея ассоциации малой энергетики? Ну, ситуация созрела, как говорится, в свое время. То есть мы столкнулись с тем, что работая на рынке малой энергетики, как коммерческая структура, ну, фактически нас не воспринимали, то есть, а иногда, то есть, с нами больше не общались, потому что считалось, что лоббировать плохо какую-то частную компанию, то есть, вот, и мы поняли, что нужно переходить на другой уровень работы, то есть, на работу общественной организации, вот, и нам пришла, естественно, мысль создать ассоциацию, во-первых, для того, чтобы общаться с правительством, с правительственными органами, вот, с различными госструктурами, вот, и, во-вторых, соответственно, что немаловажно, мы решили создать вот этот рынок малой энергетики, потому что тогда был на рынке хаос, и нужна была какая-то систематизация. А кто входит в ассоциацию? Только те компании, которые предоставляют именно услуги энергетики как таковой? Вот наша небольшая коробочка, из нее вот кабель, вот ваша электроэнергия. Но чтобы такая коробочка работала, должно быть много специалистов. Если это тепловая электростанция, нужно готовить воду, нужно кому-то готовить сети. Вот много вас собравшихся? Какого направления специалисты? Первоначально ассоциацию представляли очень крупные игроки на нашем рынке. То есть это и поставщики оборудования, вот, это компании, которые занимаются и альтернативной энергетикой, вот, это компании, которые занимались и сетевыми различными вопросами, то есть достаточно крупные структуры, крупные специалисты, лидеры в рынке. Вот. И генерирующая компания тоже крупная, то есть, да. И в целом у нас ассоциация, она была создана не для того, чтобы собрать членов побольше, то есть, да, и за счет этих взносов жить, как говорится, то есть, да. Вот, мы специально создали, значит, у нас небольшое количество членов было, но это только для того, чтобы мы могли оперативно прорабатывать различные вопросы, собрав лучших специалистов, то есть, и мы могли находить какие-то решения, то есть, и самое главное была оперативность, то есть, ассоциация не для сбора денег, а именно для работы, для создания и развития рынка. Ну, я так понимаю, это такой режим своеобразной лего. Если такого уровня задачи собираются такие специалисты для ее решения, если проекты менее сложные, другие, если, там, допустим, требуется несколько объектов одновременно, то есть так, чтобы все это происходило оперативно, и чтобы все были под рукой, не надо было за каждым бегать и уговаривать. Есть проект, давайте поработаем, так все в курсе. Правильно понимаю? Да, смотрите, мы, так как мы на этом рынке работаем, мы сами тоже работаем, мы очень хорошо знаем все проблематики на рынке, то есть нам, в общем-то, не обязательно собирать срез средней температуры, допустим, по стране, что у нас происходит, мы и так в курсе всей ситуации, то есть, да, это первое. И второй момент, когда нам нужно было какие-то определенные отрасли, вот мы по определенным отраслям работали или по определенным проблемам, мы там уже собирали вот именно фокус-группы из компаний, которые вот знают хорошо именно вот это направление и работали с ними, занимались. Ну, потому что мы старались скрыть всякие проблемы, которые существуют. Также мы работали с потребителями очень плотно, то есть какие у них возникали ситуации, то есть вот сами сталкивались со сложностями. Все это мы группировали, систематизировали, выделяли самые приоритетные вопросы и уже работали с ними. Хорошо, давайте, чтобы не было споров, надо разобраться с определениями. Вы называетесь ассоциация малой энергетики. Вот для ассоциации что такое малая энергетика? Потому что если, ну, допустим, гидростроители, малые ГЭС так называемые, это 50 мегаватт. Я достаточно хорошо знаком с ассоциацией
зеленый киловатт для них 1 мегаватт – это какая-то астрономическая цифра. Вот они с таким вообще не знакомы. Для МАГАТЭ, для Росатома, в гостях, в которого мы сегодня находимся, атомная станция малой мощности, ну, это такие вот совершенно крохотные 300 мегаватт. А для вас это что? Вот, как вы определяете слово «малое»? Где начинается микрогенерация, где начинается макрогенерация? Где вы? Ну, мы, скорее всего, то, что вот называется распределенная генерация или распределенная энергетика. Конечно, вот как вы правильно сказали, то есть в зависимости от направления, там есть разные объекты, разная генерация по мощности, допустим, да, там, если мы берем альтернативную генерацию, то есть это вот в основном мы рассмотрим частную, то есть та генерация, которая работает на предприятиях, на, значит, собственное потребление, то есть не на единый энергетический рынок. То есть вот я бы сказал, что распределенная генерация – это как раз вот то, что вот мы представляем. Энергетика начиналась с блок-станций при фабричных всевозможных заводских зданиях. То есть это вы? Это мы, да. Это да. Вы, я так понимаю, что... Ну, кому еще на самом деле могут понадобиться... Ну, помимо, у меня небольшое предприятие, мне слишком сложно решать вопрос с постоянным подключением к сетям. Они или далеко, или слишком дорого. Кто становится вашими клиентами? Вот какое-то отдельное направление бизнеса? Или, ну, для кого вы работаете? Смотрите, вот у нас сегодня есть проблемные места, которые сегодня наша энергетика не закрывает. Вот. Мы как раз с помощью вот нашей распределенной генерации как раз вот эти узкие места проблемные закрываем. Это те места, где, допустим, подключение, ну, 3-4 года составляет техприсоединение к Россетям, например, да, и бизнес не может ждать столько времени, потому что, ну, просто-напросто вся экономика летит, то есть, да, вот, они же все это время, 4 года, должны как-то кредиты возвращать, или проект, например, у них конъюнктура поменяется на рынке, то есть, и не, вообще не интересно, через 5 лет этим заниматься, там, например, да, то есть нужно сейчас вовремя, как говорится, значит, заходить на рынок, да, а это предприятие, где нужна надежность. Вот у нас сегодня по югу России проблема, то есть отключают предприятия. То есть, да, терпят огромные убытки. А если бы у них была бы какая-то, хоть какой-то резерв собственной генерации, то есть, да, во-первых, бы они систему разгрузили общую на какую-то величину, то есть, да, и как-то сами тоже продержались. Потому что, ну, фактически сидят в темноте предприятия. Вот сегодня отключение полное, 100% идут там, ну, я просто знаю, вот, не понаслышке, да. Вот. Это, соответственно, значит, предприятия, которые находятся на удаленных территориях. Там, где слабые сети, например, страдает качество электроснабжения. То есть падает напряжение в течение суток. Летит оборудование. Да, оборудование вылетает из строя. То есть либо они сидят без света там по несколько суток, а некоторые неделями сидят. То есть, потому что в ряде случаев сети физически не успевают, значит, наладить после ледяных дождей, например, привести в порядок сети. То есть, поэтому вот такие вот узкие места, там, где реально есть, значит, необходимость, мы закрываем. Но при этом вот хотел сказать, что на самом деле... Есть вот такое ошибочное мнение, там, что вот мы как-то заменим Россети, например, да, там, то есть у нас, допустим, вот была большая авиация, да, теперь будет только маломоторная везде между городами. Так. Нет, такого не будет. То есть мы, соответственно... Закрываем атомные электростанции, да, ставим, нет, атомные электростанции блок-станции мы не закроем. И все. 10 тысяч маленьких электростанций. Да, переживать не стоит. Ровно столько, сколько вот мы необходимы, ровно вот эту часть мы, соответственно, вот эта распределенная генерация, даже не только, не в смысле вот мы, например, как ассоциация, а вообще, то есть потребности рынка будут закрываться бизнесом за счет собственных средств. Есть большой плюс, что вот на такую модернизацию своего собственного оборудования, техперевооружения, да, не затрачивается государственных денег. То есть бизнес за счет собственных средств снимает эти проблемы. То есть не требуются какие-то льготные кредиты, еще какие-то движения, все решается. Работаем без них, но были бы не против, если бы такое было. Ассоциация малой энергетики. А что для вас является первичным энергетическим ресурсом, с чем вы работаете? Дизельное топливо, газ, мазут, уголь, древесная щепа? Или это все уже в прошлом, сейчас вот в силу глобальнейшего нашего потепления и всеобщего умирания в связи с углекислым газом, надо прикручивать панели прямо на ветряк? Какой вид генерации, что для вас предпочтительнее? Ну, смотрите, по поводу альтернативной энергетики, зеленой энергетики, то есть, да, ну, понятно, что это не панацея от всего на свете, то есть, да, и где-то в удаленных территориях, в конкуренции с дизельной генерацией, допустим, она, ну, приемлема, то есть, экономически обоснована, да. Но в основном в европейской части России, так как мы страна богатая газом, я, конечно, вижу, что этот ресурс надо использовать, то есть, для производства электроэнергии,
Вот. И сегодня у нас порядка 70% это тепловая электростанция вот в европейской части страны. То есть, да. Вот. И, конечно, в свое время мы привели с угля на газ. Газ у нас подешевел, газа много, вот, большие запасы. Поэтому в России я вижу, что в основном это газовая энергетика, то есть в большей части. То, есть, да. То, что касается угля, это интересное перспективное топливо для удаленных территорий. То есть, и я тут знаю, вы уголь активно поддерживаете. То есть, и я думаю, сегодня у нас для малой генерации не хватает небольших угольных электростанций. То есть вот нету модельного ряда такого хорошего, который был относительно недорогой, например, то есть, да, вот, и который можно было вот эффективно строить и развивать. Потому что вот если с большой генерации смотреть, то большая генерация, она дороже, чем вот наша генерация, примерно, ну, процентов на 25, на 30. Ну, могу предполагать, что с угольной, надеюсь, та же самая будет ситуация. Будем, ну, тут сложно сказать, потому что, ну, автоматически возникает вопрос. Если вы работаете с природным газом, такой детский вопрос, а где вы его берете? Это в резке, в распределительной сети, в магистральной, или и вы его самостоятельно из-под земли добываете? Как это выглядит? Ну, у нас газотранспортная система в России, слава богу, в свое время была очень хорошо развита. Практически все предприятия у нас газифицированы. Ну, вот я имею в виду в основной части, то есть там, да. Европейской части, европейской, да, части, а да, вот за Уралом там немножко, ну, сложнее. Там другая картина, и там вообще другое развитие по энергетике планируется. Территории огромные, сети там, ну, там вообще это отдельная тема для разговора по дальневосточному региону, Арктике, вот. А, соответственно, если европейскую часть рассматривать, то предприятия почти все имеют газ. То есть газ имеется. Вот сегодня у нас газа достаточно. Ну, у нас избыток в стране внутри, некуда девать. То есть, вот. Поэтому для «Газпрома» вот такая вот генерация, она очень, ну, скажем так, желаемые такие объекты потребления, потребителя генерации, да, потому что потребление круглый год равномерное. То есть в отличие от котельных, например, да, ну, летом потребления нет. Вот, поэтому мы как потребители очень, в общем-то, для них в приоритете. Ну, для, вот, них чем больше точек сбыта, тем более таких, где... И на самом деле сегодня по газу почти проблем нет. В общем-то, я хотел отметить, что вот с газовщиками вот все, что касается вопросов техприсоединения, увеличения лимита, в общем, достаточно просто все решать демократично и в отличие от Россетей. Ну, хорошо. Если газ на заводе, которому понадобилась дополнительная своя генерация независимая, есть, это понятно. А если нету, если до распределительных сетей, там, ну, допустим, 20-30 километров, справляетесь? Или это, ну, только в контакте с «Газпромом» должно происходить? Как? Опыт строительства у нас есть газопроводов до 30 километров. То есть в ряде случаев это сопоставимо было с линейными объектами, соответственно, с подстанциями, с линиями электропередач по цене примерно одинаково. То есть, вот, и в ряде случаев принималось решение в пользу протяжки газопровода, потому что с точки зрения энергетической, то есть это было дешевле на станцию там 30-40 мегаватт, значит, такое решение, и ставить собственную генерацию, нежели тянуть ЛЭП, например. Ну, да, потому что ЛЭП требует еще и подстанции, все это сложно, а здесь, я так понимаю, небольшая компрессорная какой-то, компрессор, труба низкого давления, здесь ничего такого выдающегося не требуется. И вы с этим справляетесь самостоятельно? Да, да, у нас были такие проекты, мы строили такие газопроводы, то есть делали самостоятельно за собственные средства, за средства бизнеса. На самом деле получается достаточно гибко. Но если это газовая электростанция, возникает вопрос с водоподготовкой. Требуется вода, вода чистенькая, должна быть подготовлена. Да, ну у нас газовые, но не паровые. То есть вы работаете с газовыми турбинами? Газопоршневые, то есть машины. Газопоршневые, то есть с водой не работаете? С водой не работаем, с водой это варианты, то, что вот говорили, щепа, например, уголь, то есть там паровые турбины, котлы, вот там, конечно, с водой будет связано. То есть вы специализируетесь на производстве именно электроэнергии, не тепловой? Именно электроэнергия, это приоритетно, да. А почему выбраны поршневые электростанции, а не модные современные турбины? Вот это же, ну, вот это же сейчас в тренде. Вот. Да, в наших мощностях получается, что поршневые машины, у них более высокий КПД, более высокая эффективность, чем у газотурбинных. Вот. И где-то начиная с единичной мощности, где-то там, допустим, от 5 мегаватт и выше, например, единичная мощность, да, турбины уже становятся как более-менее конкурентными. То есть вот турбина по электрическому КПД сопоставима с нашей поршневой машиной 5 мегаватт, допустим, это турбина где-то на 40 мегаватт. То есть вот уже, она уже как бы равнозначно получается КПД по экономике. Ну вот я услышал от вас это число, 5 мегаватт, это
тот уровень мощности, который для вас предпочтительный. Правильно понимаю? Нет, у нас машины то, что ниже 5 мегаватт, они удобны в монтаже, в транспортировке, то есть у них приемлемые габариты, их можно еще перевести. Вот все, что крупнее, это уже за 100 тонн может быть, например, то есть это сложности, и достаточно дорого. А то, что мобильность, перевозка, я так понимаю, это тоже необходимо, потому что я, ну, вот сейчас фантазирую на ходу, есть, допустим, строящийся объект. На момент стройки ему надо там 3-4 мегаватта, чтобы работали сварочные аппараты и бытовки запитать. Можно подождать, пока будет решаться вопрос с техническим присоединением к сетям, к большим. В это время работы идут, никто никому не мешает. Россети решают свои задачи, не торопясь, как они обычно это делают. Вашему клиенту тоже совершенно комфортно, потому что стройка идет, вы его обеспечили. Дальше объект закончился, состоялось большое техническое присоединение, вам говорят «до свидания». Вы должны, я так понимаю, вместе со всем оборудованием иметь куда-то... Нет, не всегда. Все зависит от конкретных объектов. Почему? Потому что мы можем какую-то часть генерировать на собственных электростанциях, электроэнергию, да? Какая-то часть у нас будет идти от внешних сетей. То есть в перспективе подстанция может быть построена, там, если у нас будут достаточно большие мощности, которые мы не сможем закрыть, например, да? Вот. А с другой стороны, у нас сегодня такая всегда дилемма возникает при техприсоединении. Россетям нужно минимум 25 мегаватт, например, подстанцию ставить. Ну, экономически ниже невыгодно. То есть они не могут же по мегаватту наращивать, например, да, для потребителей. Вот. А потребители не могут сразу выложить деньги на строительство такой крупной подстанции. Поэтому у нас получается, с одной стороны, бизнес без электроэнергии сидит, с другой стороны, Россети, ну, не развивает подстанции, свое хозяйство, да. И в этом плане мы давно предложили модель, еще 15 лет назад у нас есть ролики на эту тему, мы снимали, то есть вокруг Челябинской области, там прям зоны развивали, да. Когда мы заходим с нашими модульными электростанциями, наращиваем постепенно, соответственно, мощность, потом, когда у нас мощность перешла через определенную, там, через определенное количество, то есть, да, там уже сети подтягиваются, да, и в дальнейшем мы можем уменьшать либо увеличивать эту мощность, но у нас большой плюс, мы, соответственно, можем набирать, либо уменьшать, либо увеличить нашу мощность, мы очень гибкие, то есть наши станции, они мобильные, транспортируемые, мы всегда можем перекидывать мощности. Ну, это на самом деле, об этом и был вопрос, то есть вот предприятие растет, ему требуется больше мощности, вы ее предоставляете, когда вы говорите, что не можете, здесь уже приходит Россети и на каком-то своем масштабе эти вопросы решают и такой вариант, совершенно, да? Иначе. Да. То есть я так понимаю, что основное удобство, вы быстрее, вы оперативнее решаете эти вопросы, чем Россети, потому что им действительно для одного какого-то клиента с мощностью 10 мегаватт тянуть линию электропередач, ставить подстанцию, смысла нет. Собрать в окрестностях еще каких-то потребителей, чтобы набрать, это не задача Россети. У нас все запланировано так, что наоборот, потребитель должен прийти в Россети и сказать, что я вот здесь хочу, дайте. Они наоборот, Россети бегают с проводами, никому не надо, их мы тут куда-нибудь вам в стенку. И на этом вы выигрываете. Правильно понимаю? Тем более, что вы не привязываете клиента к себе навсегда. То есть, если у него действительно как-то отношения с Россетями удалось ему выстроить, он может сказать, что вот вы мне тут наставили блоков на 10 мегаватт, половину заберите, а остальное оставьте в резерв. И вы на это все равно согласитесь? Мы такое современное дополнение к нашей энергосистеме российской. То есть, вот. То есть вы не альтернатива, пытающаяся заменить собой все Россети? Ну, соответственно, вот встречный вопрос. А как к вам относятся те, кого принято называть регуляторными органами отрасли? Министерство энергетики, Россети, системный оператор, если он вас вообще видит. Если вы никому не присоединены, то, по идее, системного оператора быть не должно. Как выстраиваются отношения, ну, не только с министерством? Вы же работаете в регионах, соответственно, как региональные власти на вас смотрят? Удается... Вас любят? Кто для вас Министерство энергетики? Конкурент, попутчик, добрый коллега, с которым вместе можно работать? Как вот это? Здесь, смотрите, вот как у нас есть этапы идут по различным, допустим, решениям. Да? Первое, соответственно, это неприятие вообще всего на свете. Да? Потом, соответственно, они там как-то привыкают к этому. Да? Потом начинают в этот процесс уже входить тоже. То есть, да, потом, например, они его возглавляют, даже этот процесс. То есть, да. Вот. Ну, мы сегодня находимся в такой стадии неприятия. То есть сегодня у нас позиция Россетей – это сохранить все, как было. Вот давайте ничего менять не будем.
Вот. И таким образом, дай бог, вот мы дальше так будем жить. Вот в той форме, в которой мы привыкли, в которой мы раньше существовали, в которой нам удобно существовать. То есть давайте так и будем. Несмотря на бизнес, там, на проблемы бизнеса. Вот. И второй момент, значит, а если нам не хватает денег, давайте будем поднимать тарифы. То есть тоже вот хороший вариант такой. Ну, собственно говоря, мне тоже хочется таким бизнесом заниматься. Мне не хватает денег. Я говорю всем, вы будете мне больше платить, а не платить. Да, вопрос хороший просто бизнес. Решается, да. Да. Конечно, в монополии всегда есть деньги, с кого содрать. То есть, вот. И здесь видят конкурентов. Почему? Потому что когда бизнес начинает решать свои проблемы сам за собственные деньги, у него появляется независимость, не дай бог, это независимость, то есть, да. Вот. И, соответственно, в этом плане, то есть сети у нас, как они считают, они теряют клиентов. Вот. Но я бы вот немножко по-другому посмотрел на всю ситуацию. Вот наша энергетическая система в том формате, в котором она в свое время создавалась, да, она была под другие задачи создана. То есть это огромная страна, да, с перетоком электроэнергии там, в Латвию, там, в Грузию, там, с энергосистемами, в Европу с подачей энергии, да, с опорными станциями, с различными. То есть это другой был подход совсем полностью. То есть, и та система с тем уровнем автоматики, с тем уровнем развития технологий, в то время она была абсолютно оптимальна. Вот. Сегодня появились новые технологии везде. То есть у нас проводной телефон сейчас сотовым заменен. То есть, да, у нас уже электроавтомобили бегают. То есть, в принципе, тоже как бы постепенно мир меняется. То есть, вот. И здесь, соответственно, вот как бы Россетям, я думаю, надо расслабиться. Вот по каким-то моментам никто у них не отнимет, значит, вот эту сеть, никто их не заменит абсолютно. То есть, да. А касаемо выпадающих доходов, которые там, они говорят, что у нас выпадающие доходы. То есть, ну вот мы сколько с ними на эту тему обсуждали. То есть мы говорим, слушайте, ну вот ковидный год, ну промышленность немножко присела. То есть, да, у вас тоже выпадающие доходы же получается. Вот когда вот у нас экономика проблемы. Да, тоже выпадающие доходы. А вот в этом случае кто должен компенсировать? Ну, надо бизнесу опять поднять стоимость, то есть им и так плохо. То есть, вот. Поэтому здесь ситуация сегодня такова, что мы работаем с Россетями, работаем с министерством. К сожалению, ряд инициатив законодательных, которые от министерства идут, то есть вот мы, значит, они вот, скажем, с нашей стороны, но не всегда вот продуманы и не всегда в этом законе четко прописано, что вот конкретно имелось в виду. То есть вот мы сидим и гадаем вместе все там, что же там конкретно вот написано, то есть вот что они хотели этим законом, то есть вот. И сегодня, к сожалению, вот без общественной экспертизы, вот без нашей экспертизы, без, значит, общественных организаций, других, ну, такие законы понаделают, что вот мало не покажется. Ну, на самом деле, я не вижу, почему вы должны соперничать с Россетями. Получается, что вы выращиваете им клиентов из маленьких до больших и отдаете. Им бы радоваться, что есть кому-то заниматься. Мы проблемы снимаем. Вот представляете, вот смотрите, вот сегодня у нас, значит, по югу Краснодарского края, то есть, да, якобы температура очень жаркая, небывалая жара в этом году, то есть, да, вот, и все, у нас, соответственно, пошли отключения, там, каскадные, там, различного там типа отключения, то есть, да, ограничения пошли, то есть, вот. Но ситуация такая заключается в том, что, видимо, запаса мощности нет. Ну, то есть, на 1 градус у нас температура приподнялась, да, у нас система рушится, то есть, да. Если бы у предприятия были бы какие-то резервы по мощности, свои собственные существовали, то есть, да, ну, уже проще было. Но эта же проблема получается не за счет Россетей там была бы решена, да, а за счет бизнеса. А сегодня получается такая ситуация, хорошо еще потери свой бизнес сегодня пока, как бы, да, не перекладывают на Россети. А если завтра, соответственно, по плохому качеству электроснабжения, по перерывам, соответственно, в работе там, значит, начнут иски выставляют на Россети, но я думаю, это мало не покажется. То есть, потому что услуга, оказывается, сегодня не везде качественная. То есть, ну. Ну, на самом деле, я вот чего не понимаю, у нас министерство между собой часто встречи проводит. Очень много усилий делается, ну, допустим, для развития внутреннего туризма. И льготы, и налоги снижены, и так далее, и так далее. Человек построил гостиницу, ему надо 3 мегаватта, и при этом ему надо подождать лет 5, пока придут Россети и все решат. Ну, на мой взгляд, это не самый разумный подход. Если вы действительно хотите, ну, не так давно общался с людьми, которые ездили посмотреть, что такое Териберг. Ну, одна гостиница, потому что, да, действительно проблема. Действительно проблема, там бы с радостью их построили больше, но не хватает электроэнергии. Предложить людям отдохнуть в гостинице, где не работает свет и не работает душ и так далее, тоже не получается. То есть хотя бы для такого направления, как развитие внутреннего туризма, он же вызывает за собой целую лавину. Там кто-то предлагает дополнительно магазины, рестораны, кафе и так далее, и так далее. То есть все это обрастает, но обрастает постепенно.
заранее отгадать, какой мощности подстанция потребуется, какие линии электропередач, какой объем генерации, невозможно. Если этим, ну предположим, в таком помещении можно же фантазировать, правильно? Если они обращаются к вам, вы решаете их проблемы. Вот здесь гостиница, здесь кемпинг, здесь еще что-то, там заправка возникла. Ну, вот это все. И когда все это хозяйство уже более-менее какую-то большую мощность набирает, можно сообщать Россетям, что вот здесь вырос коллективный клиент, готовый на техническое присоединение на 50 мегаватт, уже можно работать. Мне кажется, что в таком виде вы не конкуренты Россетям, вы, наоборот, тот механизм, который позволяет гибко решать проблемы вот так, как они сейчас. А для того, чтобы вот найти общий язык, я знаю, что вас достаточно серьезно поддерживает такое объединение, как «Деловая Россия». Есть от них реальная помощь? Вот как вы рассматриваете с ними сотрудничество? Полезно, не полезно? Они вас понимают? Нет, конечно. «Деловая Россия» — это средний бизнес. Это вот наиболее, скажем так, страдающая категория потребителей, потому что у них самые высокие тарифы. У них небольшие объемы по потреблению. Там, это не крупный бизнес, не крупное предприятие. Да? Высокие тарифы и сложности всех присоединений, и все вопросы, вот, которые все есть, на них ложатся в полный рост. То есть, да? И «Деловая Россия» активно поддерживает, и у нас есть комитет по энергетике «Деловой России», и я возглавляю подкомитет по малогенерации «Деловой России». Вот, поэтому это очень хорошая площадка. Через «Деловую Россию» мы, соответственно, через ассоциацию, мы выходим на общение с нашими правительственными органами, то есть с теми же сетями, с ФАСом, с другими структурами. И у нас диалог есть. Диалог есть, мы стараемся как-то все равно свою точку зрения доказывать, пробивать ее. Вот. И я хотел отметить вот важный момент, который вы правильно отметили, что у нас в перспективе, вот, не буду никого пугать, возможно, вот как демографическая яма сейчас идет определенная, то есть да, не хватает людей. Вот, то же самое может получиться с электроэнергией. Вот та же самая ситуация. Очень много оборудования устаревшего уже сейчас, да, и из-за санкций сейчас крупные объекты генерирующие, то есть да, могут выпадать. Из-за санкций по другим проблемам, которые у нас сегодня существуют, то есть да. Поэтому какое-то развитие экономики вот в ближайшем будущем, если вот резко завтра вот будут деньги, например, да, вот люди будут, все будет, например, да, электроэнергии не будет. То есть, да, и, соответственно, через Россети, через большую генерацию, ну, это, ну, 3-5 там, лет, например, это будет решение вопроса. То есть, да, а эти 3-5 лет что делать? То есть, вот просто сидеть и ждать? Ну, очевидно. Но. Вот повторюсь, малый бизнес, средний бизнес, он требует динамики. Даже вот сейчас, ну, выявлена проблема, которая сложилась в объединенной энергосистеме Юга. Системный оператор, разрабатывая на пятилетку схемы программы развития, уже указывал, что дефицит будет нарастать. Что дальше? Дальше нужно провести конкурс на отбор мощности, разработать проект, утвердить проект, построить. То есть вот за пятилетку, глядишь, и решат. А проблема возникла сейчас. И мне кажется, что таких моментов будет только больше, меньше их точно не станет. Тем более, что Россия действительно хочет развиваться, в бизнес люди идут, но для того, чтобы прийти в бизнес, надо точно знать, что у меня станок будет крутиться, мое ателье будет работать. Мне просто доводилось общаться с энергетиками из небольших городов, у них запасов генерации просто нет. Да, у нас есть закон об электроэнергетике, территориальная сетевая организация обязана присоединить, но если просто физически уже просто нету никаких ваттов, то что делать? То есть, мне кажется, что таких регуляторных вопросов много, поэтому надо действительно и с министерством, как с главным регулятором отрасли, чаще встречаться и искать взаимопонимание, несмотря на смену министра состоявшегося. Может быть, осенью уже удастся найти общий язык с главой комитета Думы по энергетике неожиданно. Может такое произойти, вам достаточно... Есть подозрение, что он достаточно хорошо знаком с тем, что такое электроэнергетика. «Деловая Россия», ну, это ведь общественное движение, это же не партия, они не представлены. Нет, конечно, это не политическая структура, то есть и она вот именно общественная структура, которая объединяет представителей бизнеса для решения различных вот задач по развитию бизнеса, по защите бизнеса. То есть. Ну, тем не менее, если сотрудничество с ними выстроено, это уже хорошо, «Деловую Россию» все-таки слышат. Единственное, что, может быть, чаще ей надо выходить во всевозможные СМИ, так скажем, федеральные, может быть, и не откликнутся на часть инициатив, может быть, какие-то другие каналы для этого подходят. А можно еще один вот такой технический вопрос в голову пришло? Вот у вас появился заказ, вы его выполнили,
построили нужное количество блок-станций газопоршневых, все хорошо. Сдали в эксплуатацию. Что происходит дальше? Гарантийное обслуживание на вас? А как решается вопрос? Ну хорошо, вы все сделали правильно, все хорошо, всех присоединили, все проверили, все оборудование измерительное стоит, все в порядке. Вы уехали, ваш заказчик поднял спички сторожа колхоза «Большое дышло», которому 120 лет исполнилось, сказали, вот здесь сиди, крути вентили. Он накрутил, что-то поломалось. Кто обслуживает вот ваши блок-станции? Я не думаю, что можно дать объявление, требуется оператор газопоршневой электростанции мощностью 2 мегаватта. Ну, как, да, смотрите, как кадровый вопрос. Смотрите, здесь первоначально ситуация развивалась следующим образом, что все хотели быть собственником генерации. Собственно. То есть вот считалось, что вот я вот имея кондитерскую фабрику, вот мне вот еще электростанцию надо поставить, что я буду так же вот как вот печенье делать, то есть я буду, соответственно, киловатты также выпускать. Ну, вроде ничего сложного нет. Многие представления было, как холодильник в розетку включил, купил станцию, то есть и все заработало. Ну, на самом деле, станция – это очень сложное техническое изделие, фактически самолет. Там очень много есть нюансов своих технических, чтобы она хорошо работала, да, чтобы это устроило там и Ростехнадзор, там и все безопасности были уровни соблюдены, то есть надлежащее обслуживание. Конечно, здесь нужны компании, которые имеют этот опыт по обслуживанию, по строительству таких объектов, да. И первоначально, соответственно, в основном все покупали эти станции, то есть половину ломали, половину гробили из-за неумелого обращения, значит, с предметом, то есть, да. Вот. Но сейчас тенденция несколько другая. Сейчас тенденция такая, что в рамках нашей ассоциации те организации специализированные, которые эти объекты раньше строили, то есть, да, они сейчас в большей степени уже начинают предлагать услуги по электроэнергии, по энергоснабжению. То есть это, наверное, более оптимально, потому что, наверное, вот мне, например, в условиях Москвы может быть удобнее автомобиль с водителем иметь, например, да, для двух поездок в неделю, там, нежели свой собственный автомобиль, и содержать его, и заниматься всеми проблемами. По электростанциям та же самая ситуация. Сегодня проблема достать запчасти, то есть, да, значит, обслуживать это оборудование, значит, правильно его построить, правильно запустить, потому что, ну, процентов 40 ошибок на этапе строительства допускается. То есть у нас интересный подход, когда такие объекты строят собственники, то есть, да, вот, бывает такая ситуация, что идут пока новому варианту. Вот это мне, знаете, объявление, то есть, значит, или конкурсы проводят на самого дешевого стоматолога, вот, значит, вот, и тот стоматолог, который дешевле всех, он побеждает, то есть, да, ну, мы понимаем там, что потом будет, то есть, да, вот. Поэтому сегодня у нас ситуация меняется, то есть у нас сегодня больше появляются специализированные компании, которые предоставляют вот качественные услуги, либо поставили вам электростанцию, либо предоставили оборудование в аренду, то есть, да, тем самым, соответственно, вот эти проблемы мы закрываем, ну, там, где мы технически можем их закрыть. То есть данный объект, который мы ставим, мы, соответственно, можем предлагать и диспетчерские услуги, и удаленное обслуживание, ну, я имею в виду удаленные консультации по этому оборудованию. То есть мы можем, соответственно, подключать это оборудование к нашему единому диспетчерскому пункту, вот, и в режиме реального времени видеть, как оно работает. И вовремя, соответственно, вмешиваться в работу этого оборудования, то есть, да, и вовремя давать консультации, значит, когда, что нужно заменить, ну, чтобы она работала без перебоев хорошо. То есть у вас уже и центральный диспетчерский пульт появится, и все, что... У нас, ну, уже есть. Уже есть. Он небольшой пока, да. Значит, пока можно идти в гости. То есть вот все, что мы слышим про цифровизацию, вот это постоянно повторяется, у вас оно вполне реально. Потому что я сейчас задумался, ну, вот вы говорили об объектах на удаленных территориях. Они поставили неизвестного никому человеку обслуживать вашу малую станцию, он что-то запорол, и все, и приехали. И даже если ваш человек стоит, он видит, что назревает какая-то проблема, ему необходимо проконсультироваться, чтобы проблема не выросла до глобальной. Да, есть, у нас есть такая опция, извините, то, что перебилось. Вот, мы можем, если связь хорошая, позволяет, да, но сегодня интернет у нас почти везде, почти, то есть, да, мы можем в режиме вот реального времени за счет видеосвязи прям буквально с ним делать ремонт. То есть фактически он просто руки, то есть мы говорим, что откуда взять, как проверить, то есть можем контролировать и удаленно. То есть в этом случае, то есть, да, квалификация на местах, она уже не нужна вот прям там, чтобы профессора одни были. То есть. Она перестает быть критической. Да, если да, у человека да, есть проблема, ему есть с кем связаться и все получить. То есть это еще одна такая, еще одна опция, упрощение, то есть, да, делает вас еще более гибкими. Доступно.
Ну и вот, собственно, мы касались угольных проблем. В европейской части, где плотность газораспределительных сетей на Урале, ну, понятно. А что делать, собственно говоря, сибирякам? Иркутская область, та же Якутия. Там, ну, Якутию не будем касаться, там вообще отдельный вопрос. Восточная Сибирь. Есть небольшие месторождения, которые невыгодны «Газпрому», потому что они небольшие. Не пробовали в эту сторону как-то вот размышлять? Что-то? Ну, очень заманчиво с точки зрения развития. Ну, вообще, перспективы сырья, там перспективы, огромные. Да, сырья очень много там. Вот. И фактически это была бы точка роста для нашей экономики в будущем. Вот. И еще, да, вот, еще до ковида, то есть вот мы предлагали по нашей деловой России, как бизнес-посол в Арабских Эмиратах, предлагали, соответственно, арабам тоже поучаствовать. Это было очень интересно. То есть и другие страны тоже с удовольствием готовы были войти вот в эти проекты. И, соответственно, проблема с энергетикой вставала очень остро. То есть, да, понятно, что при таких расстояниях, ну, это утопия, лэпы там окутать все проводами. Сетями это не закроешь, да, конечно. Да, тем более, что там точно остро стоит вопрос о тепловой энергии. Ну, можно, ну, что вкрутить тепла лампочку. Больше, чем литр энергии надо, то есть, ну, вот. Поэтому, конечно, мы рассматриваем эти территории, то есть с точки зрения вот именно вот небольшой такой генерации, мы вот, для нас это самое то. Там много небольших потребителей, которых надо обеспечивать. Но, конечно, в большей степени мы ориентируемся на местное сырье. То есть это может быть уголь, это может быть какие-то газовые месторождения местные, то есть, да, это какие-то речки там с необходимым перепадом, где-то и ветра, и солнечная генерация тоже дополнять будет. Это какие-то гибридные системы, то есть. Не, ну, по гибридным системам есть достаточно большой опыт у Росгидро, их структура Якутэнерго, она с ними работает, у них сейчас работает уже больше трех десятков солнечно-дизельных электростанций. Звучит немножко фантастически, но на самом деле они пересчитывают по-другому. Они не зарабатывают прибыль, у них солнечные панели окупаются за счет того, что они везут меньше дизельного топлива. То есть они экономят на северном заводе, это в плюс. Та новинка, которая появилась, вот, по-моему, с 22 года, эти станции стали оснащать еще достаточно серьезными аккумуляторными батареями, то есть, чтобы можно было и запасти эту солнечную энергию. Да, эти солнечные панели выглядят необычно, металлическими листами их закрывают на время полярной ночи, не нужны. Но даже в том случае, если вот каждый киловатт-час, который они украли, пересчитываем в бочки дизельного топлива, для которых не нужен зимник там, и прочие ужасы. Но как с местным сырьем? Там действительно, может быть, какие-то проекты нужны угольные, небольших электростанций? Не задумывались о том, что, может быть, вам какое-то конструкторское бюро надо собственно создавать? Смотрите, у нас вот недавно, соответственно, пошли запросы по угольным электростанциям. Кстати, не только в России, но и по миру. Сейчас вот небольшие угольные электростанции, значит, достаточно востребованы становятся. То есть почему? Потому что для какого-то ряда потребителей, ну, например, там нужно 25-30 мегаватт, там 40 мегаватт, например, да, то есть развивать какое-то месторождение, ну, буквально там где-то, может быть, небольшую крышу сняли и локально вот добываем, сколько нам необходимо именно вот для этой станции, то есть там используем, да, либо, соответственно, шахтный газ получаем, вот, значит, этот метан, соответственно, значит, субля, то есть какие-то делаем, скважины пробиваем, то есть вариантов много достаточно, вот, и вы здесь правы, что нужно опираться на местные возможности. Вот первым делом посмотреть, что есть вокруг, оглянуться, то есть, да, может быть, это будет щепа, например, да, то есть, потому что у нас сегодня на северах, вот там, где у нас, значит, большие были лесоперерабатывающие фабрики, ну, до сих пор работают, да, огромные запасы щепы просто лежит, то есть она пожароопасная, вывозить ее дорого, то есть вот, это тоже местное сырье, которое тоже можно использовать, и у нас такие проекты тоже есть сейчас, они развиваются. Ну, на северах чего только нет, потому что на самом деле все, что касается геологоразведки, 2D-сейсмика, 3D-сейсмика, это просеки в той же тайге, и потом куда, как, куда забросили геологов, оттуда лес не вывезешь точно. Ну да. Ну и дерево — это возобновляемый источник энергии или нет? То есть вот. То есть, может быть, это новое направление для вашей ассоциации, вот такой топливный, причем требующий действительно производства еще и тепловой энергии. Сибирь и Дальний Восток только на электроэнергии, ну, вряд ли удастся отопить. Ну, смотрите, если действительно какой-то удаленной территории, там есть достаточно лесные запасы, например, да, вот, и оттуда их сложно вывозить, а там нужна электроэнергия, то, я думаю, можно, значит, какие-то деревья перерабатывать, правильно, щепу, например, да,
Вот. И какие-то станции ставить, паровые, например, электростанции на топливной щепе. С одной стороны, это возобновляемая энергетика, то есть дерево-возобновляемый у нас источник топлива, да. А второе, это в прямом смысле зеленая энергетика. То есть. Ну да, сейчас модно и в тренде. То есть я так понимаю, что ассоциации точно есть куда развиваться, только газопоршневыми электростанциями вы в России не отделаетесь. Придется... Если сохранять оперативность, если сохранять вашу гибкость, то придется добирать и добирать, видимо, новые виды генерации, новые какие-то типы электростанции. Так что это не только организационная работа. Вам показали объект, вы совместно с заказчиком придумали, какая газопоршневая станция подойдет, но еще и думать, что я думаю, у меня есть подозрение, что на Дальнем Востоке таких вот предложений не ждать, когда протянут многосотенно-километровую линию электропередач. Во что это оборачивается? Вот совсем недавно Росгидро отчиталось о том, что связали линии электропередач 110 кВ, Певек и Билибино. 500 километров, 18 миллиардов рублей. Почему? Потому что тундра, леса тундра, горы, реки, и вечная мерзлота и так далее, и так далее. То есть это целое произведение искусства инженерного, и эта работа продолжалась 4 года. Но опять же, вот линию построили, когда она будет загружена? Нет, ну там-то как раз решено просто, ну хорошо, там еще есть что связывать, есть электростанция в Билибино, есть электростанция в Певеке, тут понятно, а если это какой-то новый добычной проект, вот, что делать? Хорошо, если идет добыча того же угля или газа, тут вопросы решаются, нефть с попутным газом, а если твердое полезное ископаемое, ну вот что вы будете делать? Ждать, когда через 1000 километров придут энергетики, так и дождутся только ваши дети. То есть там нужны какие-то более оперативные варианты, и будет здорово, если ваша ассоциация посмотрит на все это таким практическим взглядом и подумает, что можно предложить. То, что развивать Дальний Восток и Восточную Сибирь необходимо, ну, это как бы очевидно. Так что остается только пожелать успехов. Я позволю себе напомнить, что мы с вами думали, что информационным поводом для сегодняшней встречи должна быть возрожденная международная премия Ассоциации малой энергетики. У нее тут был ковидный перерыв, но времени нам не хватило, поэтому предлагаю сегодняшнюю встречу зачесть как ознакомительную. И о том, что такое премия, которая стала международной, у которой красивый 10-й по счету номер, встретиться и поговорить еще раз, если вы не против. Договорились. Всегда приятно с вами пообщаться. Спасибо, что нашли время заглянуть к нам. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго.